Рассказать об неочевидной причине пожелтения вот такому листьев у спатифилума. Вот они вот так вот начинались, и далее они превращались вот в такое растение. Заметив как бы очевидные признаки проблемы и надвигающейся какой-то неприятной ситуации, я стала проводить расследование, а что же не нравится цветам. У меня есть цветы, вот эти два, они стояли на окне. А также у меня есть растения, которые стоят в глубине комнаты на приличном расстоянии от окна. В глубине комнаты. Эти стояли на окне вот здесь. Вот, как понимаете, у них был одинаковый. Вся разница была только в месте положения. Эти растения с окна я переставила на тумбу. Окно, тумба. Я заметила через месяц. Процесс остановился. То есть, да, у меня есть еще листочки, которые желтые, но они начали желтеть еще на окне. Такие листочки, которые сильно были повреждены, я уже просто убрала, чтобы они не портили вид. И при этом можно видеть, что здесь раскрываются абсолютно зеленые, абсолютно красивые листочки. И их стало много и здесь, и здесь. Из всего вышесказанного я делаю выводы, что излишки света для спатифилума также вредны, как и его недостаток. Поэтому, если у вас возникла такая же проблема, и вы проверили уже все части ухода, и вам кажется, что уход ваш идеален, то, возможно, неочевидная причина – это слишком много света.